Гарем по-семеновски. Муж со старшей женой заживо сожгли неугодившую младшую жену. Вот, нашли утром. Ну, голова почернела, волосы это, от дыма-то это, от бензина-то. Да троем жить, как так можно? Ну ладно, хоть бы там побил, убил, но уж зачем их сжечь-то? Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.